Депутат Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России» Алексей Солдатенко встретился с коллективом Голицынской библиотеки. Одной из тем встречи стало развитие библиотечного дела в Московской области. На территории Одинцовского муниципалитета сейчас более 100 досуговых учреждений, включая 49 библиотек. Суммарно в сфере культуры округа трудятся более 1600 человек. Мероприятие прошло в рамках проекта «Культура малой родины» и подведения предварительных итогов программы «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которым выполняются наказы народной программы «Единой России» и губернаторские инициативы.